Добрый вечер, дорогие друзья! Вновь приветствую всех вас на межрегиональном фестивале классической музыки «Таневские музыкальные собрания». Для тех, кто еще только начинает с нами этот путь музыкальных собраний, я скажу, что это уже 9-й фестиваль. Фестиваль проводится с 2013 года. В этом году весь музыкальный мир отмечает 165-летие нашего прославленного земляка. Программа фестиваля очень разнообразная, охватывает разные жанры. Если вы посещали наше музыкальное собрание, то вы уже знаете, что мы погрузились в мир хоровой музыки Танеева вместе с Рязанским камерным хором. Узнали, кто-то, может быть, вспомнил о том, что Танеев был неплохим органистом, и у него написано для этого инструмента хоральные вариации на тему старинного напева «Ава Мария». Также мы поговорили на третьем концерте о камерно-инструментальной музыке в творчестве Танеева и услышали это на примере прекрасного квартета, рус-квартета из Москвы. И вот сегодня у нас с вами четвертый концерт, четвертый праздник, четвертое музыкальное собрание. Вечер камерной музыки. И назвали мы его «Магия струн». Сегодня мы вспомним о том, что в жизни Танеева было два замечательных города. Это Владимир и Москва. И не случайно я сегодня говорю об этом, потому что исполнители – владимирцы и москвичи. Сегодня у нас в гостях лауреат всероссийских международных конкурсов, лауреат премии правительства Москвы, доцент Государственного института музыки имени Шнитке Кристина Шарабидзе-Домра. И ее роднит с нашим городом то, что она выпускница нашего музыкального колледжа. Несмотря на то, что она... Это приятно, конечно, когда наши выпускники возвращаются к нам с концертными программами, тем более с такими замечательными. Она удивительный музыкант, она привезла сегодня еще с собой выпускников. Это лауреаты всероссийских международных конкурсов Марина Бекетова «Домра» и Юлия Толмачева «Гитара». Ну и, конечно же, вы видите на сцене уже наш замечательный, любимый коллектив Владимирской областной филармонии. Это камерный струнный оркестр под управлением Александра Сонина. Знаете, мне хочется сказать и напомнить, что Кристина Шарабидзе – яркая и неординарная представительница русской исполнительской школы. За годы своей карьеры она многократно участвовала в международных музыкальных фестивалях, сыграла более 500 концертов на крупных концертных площадках России и за рубежом. Яркое исполнительское мастерство и уникальный стиль – снискали ей славу и сделали солисткой прославленного Национального академического театра Оркестра народных инструментов России имени Осипова. Вы тоже наверняка это знаете. С огромной радостью я приглашаю сейчас на сцену Александра Сонина, руководителя, и солистку Кристину Шарабидзе. Звучит «Времена года», «Зима», первая часть. Thank you.
Дорогие друзья, мне очень хочется напомнить вам про Антонио Вивальди. Конечно, вы все знаете, что это крупнейший представитель итальянского скрипичного искусства XVIII века. Родился и жил большую часть своей жизни в Венеции, служил в церкви, и все его знали как рыжего монаха. Вивальди утвердил новую драматичную манеру исполнения, создал жанр сольного инструментального концерта, оказал влияние на развитие виртуозной техники солиста. Сейчас мы с вами в этом убедимся вновь, правда, не со скрипкой, как привыкло наше ухо, а с домброй. И прозвучит концерт ре-мажор в трех частях Антонио Вивальди. Солистка Кристина Шарабидзе. Thank you.
Дорогие друзья, сейчас будет звучать музыка Петра Ильича Чайковского. И поскольку мы с вами находимся на фестивале «Танеевские музыкальные собрания», то логично вспомнить, что Петр Ильич Чайковский – это учитель, а потом и близкий друг нашего Сергея Ивановича Танеева. Звучит «Юмореска» в исполнении камерного струнного оркестра. Сейчас будет звучать музыка Сергея Лукина. Это народный артист России, профессор Московского государственного института музыки имени Шнитке, солист и концертмейстер Национального оркестра народных инструментов имени Осипова. Более 30 лет ведет активную концертную деятельность не только в России, но и за рубежом. Интересно, что ему принадлежит огромное количество записей в фонды российского радио и телевидения, а также на фирме «Мелодия». Является автором многочисленных транскрипций и переложений для Доры. Написано им много научных и методических трудов. Любопытно, что по его инициативе во Владимире с 2006 года проводится ежегодная всероссийская научно-практическая конференция «Домра. 21 век». И сейчас прозвучит каприз для Домры соло в русском стиле. Исполняет Кристина Шарабидзе. Thank you.
друзья, но сейчас мы с вами убедимся в том, что Кристина не только великолепная исполнительница, но она еще и композитор. Да, вот так. Сейчас прозвучит фантазия на тему Яна Френкеля «Калина Красная» в исполнении камерного струнного оркестра и Кристины Шарабидзе. Thank you.
немного поменяем настроение, чуть-чуть погрустили, а теперь повеселимся. Модест Петрович Мусоргский, Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка». Поменяем инструмент. Будет звучать музыка Сергея Руднева. Российский гитарист, исполнитель, композитор, аранжировщик, автор оригинальных пьес для гитары, которые исполняются многими российскими и зарубежными гитаристами. Известен своими гитарными обработками русских народных песен и переложениями произведений русских композиторов. Много делает для возрождения традиции русской гитарной школы семиструнной гитары. Думаю, вам будет интересно узнать, что помимо музыки Сергей Руднев увлекается боевыми искусствами, является обладателем черного пояса по карате. Как у наших у ворот, исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов Юлия Толмачева. Thank you.
звучать музыка современного французского композитора и исполнителя, всемирно известного джазового аккордеониста Ришара Гальяма. Думаю, вам будет интересно узнать, что это друг и ученик Астора Пьяццолы. Все мы знаем Пьяццолу как родоначальника нового жанра, нового танго. Так вот, Ришар Гальяма тоже создатель нового направления. И называется оно «Новый мюзет». Звучит танго для Клода. Исполняет камерный струнный оркестр и Кристина Шарабидзе. Я думаю, я не выдам секрет,
Но вдруг кто-то не знает, на YouTube-канале Кристины Шарабидзе существует прекрасный клип вот на эту композицию и на Калину Красную. Детектив. Роковая женщина. Все эмоции, которые только можно пережить. Советую посмотреть, те, кто не видел. Кристина Шарабидзе. Ну а сейчас в исполнении камерного струнного оркестра прозвучит вальс Цезаря Антоновича Кюи. Все вы помните, что он представитель могучей кучки. Музыка Энрике Гранадоса. Испанский композитор и пианист, родился в семье военного, активно интересовался испанским музыкальным фольклором, оказавшим впоследствии большое влияние на его композиторское творчество. Интересно, что в 20 лет Гранадос при поддержке одного из местных предпринимателей смог поехать в Париж, где посещал в качестве слушателя консерваторию по классу композиции Шарля Берио. Вернувшись в Барселону, он начал выступать как пианист, а через некоторое время Гранадос заявил о себе как о композиторе, включив в программу своих выступлений испанские танцы собственного сочинения. Они имели большой успех и вскоре были напечатаны, став первыми изданными работами Энрике Гранадоса. И сейчас прозвучит испанский танец номер 2 в исполнении чудесного трио. Кристина Шарабидзе, Марина Бекетова и Юлия Толмачева.
Исполнение этого трио Никола Паганини в обработке Яковлева «Венецианский карнавал».
Кристина Шарабидзе. Дорогие друзья, вновь вспомним Сергея Ивановича Танеева и его близкое окружение. Мы сегодня уже с вами слушали музыку Петра Ильича Чайковского, его педагога. А сейчас невозможно не вспомнить о Сергее Васильевиче Рахманинове. Это его, один из любимейших учеников. И сейчас в исполнении камерного струнного оркестра Владимирской филармонии прозвучит русская песня Сергея Рахманинова. И вновь я приглашаю на сцену Александра Сонина.
Лапкин. Вариации на тему Паганини. Солистка Кристина Шарабидзе.
Баццини, итальянский скрипач, композитор XIX века. Интересно, что в 17-летнем возрасте он выступил перед Никколо Паганини и, получив поддержку, начал концертные выступления. А позднее, когда он решил закончить концертную деятельность, стал преподавать в Миланской консерватории и настолько успешно, что даже стал ее директором. Среди его учеников Джакомо Пуччини, Пьетро Маскани и многие-многие другие итальянские композиторы. Звучит хоровод гномов. Он и завершит нашу сегодняшнюю программу. Солистка Кристина Шарабидзе. Thank you.
Владимиру Владимировичу Головоне под управлением Александра Сонина. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Кристина Шарабидзе. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Марина Бекетова и Юлия Толмачева. Ансамбль тоже будет много интересного. До новых встреч!